Быстро, сочно, хрустяще, полезно и очень вкусно. Хотите узнать, как приготовить острую курицу стир-фрай с овощами? Заходите и смотрите. Техника стир-фрая позволяет приготовить сочное и полезное блюдо за короткий срок, сохраняя вкусы, витамины и полезные вещества продуктов. Пожалуй, самое главное в технике стир-фрая – это аккуратная равномерная нарезка. Хорошенько наточите нож и начинайте. Нашинкуйте лук и сладкий перец уголками, морковь, тонкой соломкой и черешки сельдерея нарежьте тонкими ломтиками, а стрелки чеснока – кусочками длиной в 3 см. Имбирь мелко нарубите. В воке раскалите растительное масло, опустите имбирь. Сразу же следом выложите подготовленные овощи и жарьте, помешивая и встряхивая вок, пару минут. Добавьте устричный соус и сахарный сироп, хорошо перемешайте пару раз. Влейте соевый соус и снова пару раз перемешайте. Куриное филе нарежьте довольно крупными кубиками и добавьте к овощам. Перемешивая, жарьте, пока курица не станет насквозь матовой. Посыпьте блюдо пряной смесью, перемешайте. Разведите крахмал в 50 мл кипяченой воды и влейте в вок. Перемешайте пару раз и снимите вок с огня. Подавайте сразу же. На гарнир, при желании, можно подать рис или рисовую лапшу.